А чё в нашу контору пришел? 3 рубля. А не принесешь, так будет каждый день. Да надоел быть чушпаном. Хочу с пацанами. Ты его привел, ты с ним и вставай. Капец тебе. Пацан теперь с нами. За рожку заплатить бы. 3 рубля легковушка, так-то наша дорога. Мы улицы, мы одни в этом городе люди. Эта страна черт знает, что происходит, и у вас в голове такой же бардак. Я тебя этому учила! Нельзя воровать! Они нас поодиночке сейчас будут вылавливать! Старший кто? Я. Я что, отец скоро? Ты мать с ума свел! Думаешь, твои пацаны спасут тебя, когда тонуть будешь? Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Слово пацана. Кровь на асфальте. Самая ожидаемая телевизионная премьера года. Скоро на НТВ. 10 дней до весны. Премьера. Завтра в 20:00 на НТВ.